Друзья, всем привет! Хочу поздравить вас с крещением Господним праздником, пожелать вам здоровья, крепкого благополучия, счастья, всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Вот, в общем, всего самого хорошего. Мне уже немножко получше. Вот. И сейчас я иду, друзья, будем, ну, купаться, как можно сказать. Не переключайтесь. Холодная вода. Отличная. Классно. Как ощущения? Отличные, отличные. Друзья, в общем, такая вот красота. Мама купалась. Я, к сожалению, вот не могла покупаться, потому что, как мне только на поправку иду, и мне пока нельзя купаться, чтобы опять снова не болеть. Вот. Ну, зато я умылась водой и так. Вот такая вот красота. Надеюсь, немного, в общем. Погода, знаете, сегодня 12 градусов тепла. Вообще прям красота. Вот. Здесь недалеко, в общем, от нас. Вот такое вот есть. Красивое место. Да, тепло, а я еще одела, знаете, свитер на всякий случай, чтобы нигде не продуло. Вот. Ну, а так уже, слава Богу, все хорошо. Так что еще раз вас поздравляю с крещением, с праздничком. Так, что здесь на сей камне? Я, это честно... Так, блин, со мной же Даниил. Здесь вот водичку набирают. Источник, друзья. Друзья, красиво как.
такой вот мостик. А здесь, друзья, монах жил. Говорят, не знаю, правда или нет. Сейчас посмотрим с вами. Говорят, что здесь жил монах. Вот под замком. Вот такая вот речечка. Струек такой. Ой, погода шикарная прям сегодня, знаете. Вот такой вот мостик красивый. Давайте поднимемся еще, посмотрим с вами. Там еще есть. Давайте туда пройдем. Посмотрим с вами, друзья. Тоже, наверное, здесь что-то. Красота, правда? Друзья, в общем, сходили, вот мама искупалась. Вот. Смотрели эту красоту. Еще и погода, знаете, отличная. Это вообще здорово. Прям все. Спокойно тут, так тихо. Так что, друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всех люблю, целую. Друзья, пришли домой вот после крещения. Вот покупалась мама. Пошли вот домой, а вот света нету. Сейчас вот без света пока что. И такой вот ужин себе, думаю, мы строим. Вот компотик у нас черешень. Вот такие вот черешеньки. Есть вот баклажанчики. Вот. И то, что готовила я сегодня.
Это у нас отбивнушечки с курятиной. Курочка. Вот такая вот курочка у нас, смотрите. Такая вот огромная. Сейчас думаем ее покушать. Она на полукопченая. Вот. Тушка. Вот такая вот. А курчики домашние. Откроем перчик немножечко. Мы любим перчик. Я особенно люблю перчик. Вот такой вот. Я уже вам показывала видео, как мы закрывали перчик этот. Можете видео посмотреть. Я вам ссылочку отправлю. И такие вот, смотрите, у нас огурчики закрывала мама. Вот. Именно остренькие. Чесночком. Вот такие вот. Тоже очень хорошие, классные. Очень классные. Вот. Вот вишневый тоже у нас есть. Запить. Ну, чтобы воду не покупать, знаете, какие там соки, там все остальное. Все домашнее. Все домашнее. То, что можно купить, и все по-домашнему. И сейчас поужинаем. Так что, друзья, ребята, еще раз поздравляю вас с праздником, с крещением Господним. Счастья вам, здоровья, благополучия, всего хорошего. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, жмите на колокольчик. Мы с вами вместе с вами можем все. Мама вам тоже передает большой привет. Вот. И будем на стриме с вами далее общаться. Вы знаете.